Приветствую вас, дорогие мои зрители канала. Вот и подошел к своему логическому завершению очередной год. А потому, как и в прошлый раз, вас ждет специальный выпуск, приуроченный к празднованию грядущего новогоднего торжества. После поступления в адрес предыдущего праздничного выпуска недоуменных возгласов от отдельных граждан, сводящихся к простому вопросу, почему рассматриваемая в этом самом выпуске игра не имеет никакого отношения к Новому году, мною было принято волевое решение на этот раз сделать все правильно, а заодно и выполнить обещание, данное в одном из предыдущих выпусков Ретромании. Да, дорогие мои, сегодня мы поговорим о такой игре, как Still Life. Когда-то я уже упоминал, что она являлась своеобразным сиквелом, если не сказать спин-оффом, одной из моих любимейших игр Postmortem. Впервые о виновнице сегодняшнего торжества я узнал уже в далеком 2006 году, когда даже с оригинальной Postmortem я еще не успел ознакомиться, но очень хотел в нее поиграть. И тут выясняется, что к Postmortem уже вышло продолжение. Тем не менее, поиграть и как следует распробовать Still Life мне тогда не удалось. Исправить это досадное упущение с моей стороны я смог лишь к началу 2009 года. Сразу скажу, что в сравнении с Postmortem, местами Still Life меня довольно сильно разочаровало, в отличие от своего предшественника, который я на тот момент уже успел неоднократно пройти и не без удовольствия. Но давайте обо всем по порядку. Впервые игра увидела свет 14 апреля 2005 года и была разработана канадским филиалом, хорошо зарекомендовавшей себя на поприще создания квестов компании Microids. Несколько позже игру портировали и на первый Xbox, на оригинальный, а не Xbox One, как кто-нибудь мог бы подумать. В этой стране полностью озвученная и переведенная на великий и могучий версия игры вышла 17 марта 2006 года, за что можно смело благодарить компанию 1С, на тот момент еще не слившуюся в экстазе с фирмой Soft Club. Примечательно, что в отличие от Postmortem, изданной все той же 1С и локализованной студией Logrus, в этот раз на благо отечественных игроков поработала студия Lazy Games. Зато к записи дубляжа была привлечена студия Muza Games, которая пригласила для работы над проектом таких звезд отечественного дубляжа, как Владимир Зайцев, Людмила Гнилова, Дмитрий Полонский, Борис Репетур и многих других. Что интересно, так это то, что на коробке русского издания нигде не было отмечено, что данная игра имеет вообще хоть какое-то отношение к Postmortem, из-за чего многие отечественные игроки даже не догадываются о существовании приквела к Still Life. Кстати, само словосочетание Still Life можно перевести с английского языка как «натюрморт». Так же, как и предшественница, сама игра является квестом, только на этот раз не от первого лица, а от третьего, чем напоминает скорее Сибирь, все от той же Microids. Собственно, Still Life работает на фирменном движке Virtuals, используемой данной компанией в подавляющем большинстве игр, в том числе и в Postmortem. Для тех, кто не в курсе, особенностью данного движка является отображение низкополигонных трехмерных моделей персонажей и редких объектов поверх заранее просчитанных высокополигонных сцен двухмерных фонов. В общем, чисто технически все это выглядит, конечно, дешево и сердито, зато позволяет при наличии толковых художников и дизайнеров делать действительно красивые и запоминающиеся игры. Подобно тому, как это было реализовано в Postmortem, под начало игрока попадают сразу два ключевых персонажа истории, дабы у играющего была возможность взглянуть на события с разных сторон. По ходу того, как будет развиваться здешняя история, под контроль нам будут давать то одного, а то другого персонажа. Только вот встретиться им, увы, не суждено, ибо действие игры происходит сразу в двух временных отрезках. В канун Рождества 2004 года в Чикаго и в Праге 1929 года. В первом временном промежутке предстоит играть за агента ФБР Викторию Макферсон, внучку протагониста игры Postmortem Густава Макферсона. А во втором придется примерить на себя роль уже самого Густава. Начинается все с того, что под самое Рождество Виктории поручают расследовать серию убийств работниц самой древней профессии. На этот момент совершено уже 5 кровавых убийств, но улик настолько мало,
что у полиции нет даже подозреваемого. А потому дело грозит стать так называемым глухарем, то есть остаться нераскрытым. Переутомившись от напряженной работы, Виктория решает отправиться на праздники отдохнуть в загородный дом отца. Там она и находит, случайно, дневник своего деда Густава, который, как оказалось, расследовал похожую серию убийств еще в 1929 году, находясь в Праге. Ознакомившись с записями деда, Виктория замечает явные параллели между событиями 70-летней давности и преступлениями, совершенными в настоящем. В обоих случаях убийца носил темный плащ, цилиндр и серебряную маску, а все его жертвы всегда оказывались проститутками. С этой минуты нашей задачей становится поимка душегуба в обоих временных периодах. Не стану больше сильно углубляться в сюжет, дабы не портить вам удовольствие, коль вы решите поиграть, но скажу, что у игры имеется ряд проблем с логичностью и реалистичностью происходящего. Первые две главы, по одной за каждого персонажа, являются самыми выверенными и проработанными в плане сюжета, в то время как в остальных уже присутствуют явные недоработки, недосказанности, сюжетные дыры и прочие упущения, допущенные со стороны разработчиков. Например, то, чем закончится история Густава, становится понятно чуть ли не в самом начале повествования. Изначально же предполагаемая сюжетная ветвь 1956 года в Лос-Анджелесе, в которой вновь предстояло поиграть за уже постаревшего Густава, по неизвестным причинам вообще не попала в конечную версию игры, и о ней есть лишь небольшое упоминание на одной из страниц его дневниковых записей. Притом, ее можно только прочесть, но она ни разу не озвучена, не говоря уже о наличии какого-нибудь видеоролика. Согласитесь, это очень обидно, когда наталкиваешься на заглушку в том месте, в котором должна присутствовать немалая часть истории. Лично у меня сложилось такое впечатление, что или издатель уж очень торопил команду разработчиков выпустить игру, либо на определенном этапе у проекта возникли проблемы с финансированием. Не исключаю также и вероятности того, что в процессе разработки произошла банальная смена ключевых сотрудников внутри команды, что и отразилось на конечном качестве продукта. Как бы там ни было, на самом деле, в результате мы имеем не вполне законченную игру. Из игры пропала вся мистическая атмосфера, завораживающая еще в постмортем. Хотя у Густава временами и просыпаются его экстрасенсорные способности, нужного эффекта на публику они уже не производят. Но это было бы еще полбеды, если бы разработчики не сделали игру уж слишком линейной. А о нескольких возможных концовок, зависящих от ваших действий, можете даже не вспоминать. Я уже молчу о том, что пострадало и игровое время. Как долго Густав вел свое расследование в оригинальной постмортем? 4 дня, а тут всего по одному дню на каждого персонажа. Особенно не повезло все тому же Густаву. Однако давайте вернемся к главным героям игры. Виктория Макферсон, молодая сотрудница Чикагского отделения ФБР, приходится внучкой частному детективу Густаву Макферсону, происходит из состоятельной семьи, проживает с отцом, мать умерла, на работе показывает себя как серьезный и целеустремленный агент, но дома снимает с себя эту маску и становится обыкновенной молодой девушкой своих лет. Именно ей поручили расследовать дело серийного убийцы, так как никто больше не захотел за него браться. На первый взгляд у Виктории довольно резкий и грубый характер, который создает ей немало проблем в общении с коллегами, хотя на самом деле она более добрая и милая, чем кажется на первый взгляд. Скорее всего, это вызвано тем, что она единственная девушка-агент в своем окружении. Поэтому, таким образом, она показывает всем свою силу и независимость. Несмотря на то, что Виктория находится на ножах с некоторыми из своих коллег, она очень дружна с судебно-медицинским экспертом Клэрис Эшби, которая была преподавателем Виктории еще в Академии ФБР. В свою очередь, Густав Макферсон является бывшим сотрудником агентства Пинкертона, который обосновался во Франции, где стал художником. После событий в Париже, описанных в постмортем, он был вынужден перебраться в Прагу,
Там он продолжает расследовать преступления. Иногда в интересах дела может пренебречь законными методами для достижения результата, но все же поддерживает хорошие отношения с полицией. Зная его репутацию, последнего как раз и нанимают местные жрицы любви, дабы он извел таинственного душегуба, начавшего охоту на них. При этом местные блюстители закона и порядка очень уж наплевательский, больше чем обычно, ведут расследование этого дела, что, как вы сами понимаете, настораживает и заставляет задуматься, уж не заговор ли тут. В плане игрового процесса в сравнении с предшественницей у Still Life есть одно существенное отличие. Имеющаяся система диалогов была сильно упрощена. Не нужно больше подбирать какие-то определенные фразы, все предельно просто и понятно. Левой клавишей мыши мы спрашиваем про важную для нас информацию, а правой задаем совершенно незначительные вопросы, которые даже можно и не задавать. По идее, эти вопросы нам нужны для лучшего понимания персонажей игры, но лично мне от них было очень мало толку. Что куда важнее, игрок уже не сможет просто взять какой-нибудь предмет и таскать его с собой до тех пор, пока тот не понадобится. Теперь нужно сначала найти, куда этот самый предмет следует применить, что порой очень сильно раздражает. Зато головоломок стало в разы больше. К ним также добавились еще и мини-игры. Порой как те, так и другие довольно сильно напрягают. Мало того, что они стали гораздо сложнее, так еще и если вы неправильно начали решать какую-нибудь головоломку, а потом запутались, предварительно забыв сохраниться, то я вам очень сочувствую. Единственная головоломка, которая возвращается в изначальное состояние, так это взлом замка при помощи отмычек при игре за Густава. Плохо в игре и с подсказками, что еще больше затрудняет решение здешних головоломок. Ибо до всего приходится додумываться самому методом проб и ошибок. В остальном же игровой процесс не сильно изменился со времен предшественницы. Игрок все так же расспрашивает свидетелей и подозреваемых, собирает улики и решает загадки. При этом разработчики как бы пытаются показать резонанс между работой детектива в первой половине 20 века и работой сотрудников ФБР в начале 21-го. В то время как Густав просто собирает улики, Виктория при помощи технических криминалистических приспособлений века нынешнего собирает образцы крови, отпечатки пальцев, кусочки ткани от плаща убийцы и прочее все в том же духе. У каждого из героев имеется свой дневник, куда он складывает найденные им документы и заносит приключившиеся с ним в ходе игры события. Музыкальное оформление в игре уже не вызывает такого животрепещущего восторга, как это было в постмортем. В главах за Викторию играет непримечательный амбиент, в то время как в главах за Густава музыка уже явно повеселей, хотя и приправлена неким оттенком тревоги и мрачности. Есть парочка неплохих мелодий, но на этом все и ограничивается. Самих мелодий очень мало, и это довольно заметно. Композитором игры на этот раз стал Том Сальто, сменив на этом посту Роберта Маршина, что, впрочем, не мешает Сальте местами довольно сильно подражать Маршину. В целом же саундтрек справляется со своей задачей и раздражения не вызывает. Спасибо и на этом. Еще во вступительной заставке можно услышать фрагмент одного из реквиемов Вольфганга Амадея Моцарта и одну из композиций группы Sequoins под названием Premonitions. Впрочем, последнюю можно услышать и на одной из локаций, где она приглушенно играет на заднем фоне. Как и всегда, ставлю вам несколько треков для ознакомления.
По идее, на этой мажорной ноте можно было бы и закончить этот обзор. Но прежде чем это сделать, как и всегда, я выскажу вам то, что думаю о данном проекте. Не мудрствуя лукаво, скажу, что лично мне игра понравилась гораздо меньше памятного постмортема, о чем вы, конечно же, могли уже догадаться. Именно своей сжатостью и недосказанностью в плане сюжета игра проигрывает своему предшественнику. Подкачала и техническая реализация в купе с подпорченной атмосферой. Однако, в целом, игра не так плоха, как могло бы показаться. Следить за сюжетом по-прежнему интересно, даже несмотря на тот факт, что уже в начале становится ясно, чем закончится приключение Густава. И у игры все же есть вполне неплохая атмосфера, хоть и не дотягивающая до атмосферы постмортема, но местами все же завораживающая. В Still Life имеют место быть довольно интересные находки и загадки, хотя они и не дотягивают до планки качества, заданной в постмортем. Вот только боюсь, что пройти игру больше одного раза вам вряд ли захочется. Сам-то я ее начинал несколько раз и столько же раз благополучно забрасывал, но все же осилил, о чем ни разу не жалею. Советую ли я вам в нее поиграть? Скорее да, чем нет. Тем более, если вам понравилось оригинальный постмортем. А если нет, то на нет и суда нет. А на этом у меня все. Всех с наступающим Новым годом. До новых встреч в следующем году. Новогодний запой начался в декабре, а закончится, видимо, в марте. Новогодний итог ни кола, ни двора, ни семьи, ни друзей, ни родных. Я когда-то царапал плохие стихи на разбитой и списанной парте, а стихи превращаются в морфий и спирт, и попробуй избавься от них. Хороших и очень плохих. Одиночество сделало мой рок-н-ролл, но не сделало денег и счастья. Одиночество круче, чем жопа и об пол, и приятнее, чем морда и об стол. Но с течением дней все сильнее и сильнее собираются в целые части. Это целое пахнет могильной плитой, и вся жизнь остается за ней, за серою кучей камней. Когда кончится водка, то кончится все, и появятся черти и волки. Из гирлянды игрушечной свяжут петлю и набросят на шею мою. Заведут хоровод и повесят меня на верхушке рождественской елки. И я буду красиво висеть на ветвях, словно ангел подбитый в бою в последнем неравном.